Надо честь моего мужика пиздить, нет, почекать, это сейчас судебное дело. Высший маркет. Понятно? Как мне вот вытолкать эти блогать? Смотри, вот центральной площадке, даже с пустым бассейном. Я вас не обслуживаю. То есть меня отобрали уже половина имущества. Мне вызывать мужика, который нихуя не соображает. Постоянно находится в состоянии отключки. Чтобы не допустить меня до моей поляны. Знаете, меня до моей поляны, я вас не допущу до публикации.